Инициатором встречи выступил Совет муниципальных образований. Администрация региона поддержала идею, так как тема международного сотрудничества сегодня актуальна для каждого муниципалитета. Так, сегодня Тамбов уже сотрудничает с французским Эльзасом, Мичуринск с немецким городом Мунстер. Кирсановский район выстраивает отношения с итальянцами. Участники семинара уверены, что наладить такие побратимые связи могут и другие города и районы области. На перспективу исходим из принципа каждому муниципальному образованию по иностранному партнеру. То есть сейчас, конечно, впереди, в передовиках, так сказать, наших территорий, прежде всего, города. Сейчас уже активно подтягиваются и районы в налаживании связей. Ну а если в целом говорить, то здесь, конечно, мы поддерживаем политику государственного уровня, направленную на то, что основные связи даже между странами, закладываются именно на низшем, на региональном и даже на муниципальном уровне. Если говорить о регионе в целом, по ряду направлений Тамбовщина сотрудничает с Францией, Люксембургом и Австрией. Стоит также отметить, что Покровская ярмарка в минувшем году ознаменовалась визитом сразу трех послов – французского, японского и болгарского.